Свое кресло в правительстве Иван Кузьмин уступит Валентине Гречушкиной. Об этом сообщает информационный источник. В настоящее время она руководит рекотделением партии «Единая Россия». Определился и руководитель фракции в областном парламенте. Им станет ректор СГАУ Николай Кузнецов. Называется и одна из кандидатур на пост заместителя руководителя регионального ЗАГС-собрания. Кресло в президиуме может занять Ольга Алимова от партии КПРФ. Однако решения эти пока не окончательные, а значит, не исключены изменения, сообщает информированный источник.